Всем привет, я MC Fresh, и мы сейчас находимся в ночном клубе Рим, город Орджоникидзе. Итак, мы сейчас находимся в атмосфере, где люди отдыхают, зажигают, пьют коварную воду, которая есть алкоголь. Отдыхает по-своему, понимает, что такое клубная жизнь, клубная атмосфера, понимает, что такое просто взять и отдохнуть. We don't have to worry about nothing. Cause we got the fire and we burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up like we're the stars of the human race. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, 'cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn. И как вам нравится? Да. Отлично все. Можно было, может быть, там так танцев, так, ну, такого там стриптиза. Все, я понял. Спасибо, отдыхайте. Мы идем дальше искать новых жертв, новых людей. Я уже вас сразу увидел. Добрый день, молодой человек. Добрый, добрый, добрый с вами. Даже не день, а вечер уже. Ты протупил. Отойди, люди ходят. Тихо, тихо, тихо. Это, хочу напомнить, наш диджей, диджей Дмитрий Бай. Он достаточно долго уже у нас здесь работает. И... Самое главное, что в клубе атмосфера просто домашняя, можно сказать. Приходишь, как к себе домой. Клубу одно можно пожелать, чтобы дальше процветал, рос и был лучше всех. Здравствуй, девушка, посмотри с чаем ко мне, это Naum Production и MC Fresh. Скажи, как тебя зовут? Юля. Как тебя зовут? Юля, Юля. Юля, Юля, ты сколько уже выпила? 3 чашки кофе и 1 стакан. А чё так мало? А алкоголь? Нет алкоголя, я за здоровый образ жизни. Ты за здоровый образ жизни, ладно. Что ты можешь сказать про это заведение? Заведение мне очень нравится, вообще нравится и мне, и моему мужу, оно такое домашнее. Атмосфера очень-очень положительная. Сюда приходишь и, ну, не напрягаешься. Если направление неправильное, скорость не имеет значения. Здесь направление правильное. Ну, спасибо тебе большое, отдыхай, приятного отдыха. Здравствуйте, как вас зовут, девушка? Юля. Юля, приятное имя опять, Юля. Скажи, ты здесь часто бываешь? Ну вот как второй раз, а раньше было часто. А что ты прекратила ходить? Была в другом городе. В другом городе. Ну как тебе за второй раз посещение, что ты можешь сказать? Супер. Все супер? Особенно музыка. Побольше людей, побольше веселья. Счастья. Поменялось очень многое. Стали очень яркие вечеринки. Очень яркие. Это очень хорошо. Надо продвигаться дальше. И клуб Рим продвигается в этом. Я очень доволен. И работал бы дальше. Продвигал бы Рим вместе бы с вами.
Но я вам напомню, что это был человек, который делает вас яркими, сексуальными, ну и просто фотограф от Бога. Спасибо тебе! Здравствуйте, как вас зовут? Ирина. Ирина, вы здесь часто бываете? Довольно-таки. Но здесь очень весело, и часто проводятся тематические вечеринки, поэтому поддерживайте, приходите. Вот, правильно, да, ребят, зываем, поддерживайте. Мы продолжим. Что ты можешь пожелать нам? Дальнейшего развития, удачи, и чтобы у вас было побольше клиентов. Спасибо большое. Здравствуй. Представься, пожалуйста. Годи. Ты сегодня уже много уничтожил алкоголя? Достаточно. Ты здесь часто бываешь? Не, пошел служить просто. Что ты можешь сказать про это заведение? Лучше стало. Молодежи побольше. Отдыхающих. Таких пацанов, как Коля. Итак, ребят, добрый вечер. Сейчас мы вот с вами сидим и смотрим, как этот парень, который Дмитрий Науменко, человек, который занимается раскруткой этого заведения. Он основоположник этих всех вечеринок. Давайте с ним поговорим, перекинемся, так сказать, пару словечками. Здравствуй, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Как давно вы стали заниматься этим заведением? Ну, мы как бы занимаемся где-то около 3 месяцев. Есть положительная динамика, есть положительные сдвиги. Люди подходят, говорят, что у вас интересно, у вас весело, классно. Есть над чем, конечно, работать, но мы все, то есть берем, делаем выводы, делаем какие-то улучшения, изменения. Поэтому стремимся, как бы живой контакт с посетителями, с гостями и улучшаем мероприятие. Что ждет посетителей этого заведения, гостей в дальнейшем? Может быть, будут какие-то привозы, там голые пиджейки, которые были, еще хотят, люди говорили. Или голые диджеи, может, что-нибудь такое будет? Не, ну, голые диджеи, это, конечно, хорошо, но как бы сейчас делаем акцент на акциях. То есть каждый день у нас, абсолютно каждый день, есть какая-то акция, есть какая-то скидка, есть какой-то приз, подарок, то есть... Люди любых возрастов могут найти для себя что-то интересное здесь. То есть в дальнейшем планируем больше тематических вечеринок, возможно, какие-то привозы, ну, праздники, впереди праздники. Впереди очень много интересного, положительного, позитивного. Приходите к нам, следите за нашими новостями в этой группе. Ну, в общем, как-то так. Ну, я хочу вам напомнить, что у нас есть группа этого заведения ВКонтакте, vk.com, Рим, групп Рим, Nightclub. Да, Nightclub Рим, не забывайте про это. Ну что ж, Дмитрий, спасибо тебе, потому что мы с тобой будем долго разговаривать, ты тараторишь, мне непонятно, ладно. Все, бежи, занимайся, все, давай. Ну что ж, ребят, вот такие вот у нас люди, вот такие вот у нас эмоции происходят здесь. Приходите, сами все увидите. Я думаю, вы не останетесь расстроенными. Спасибо, до свидания.
Thank you.